13 июня в районе 16 к этой остановке на улице Горького подъехало маршрутное такси. Как только двери открылись, из транспортного средства на проезжую часть выпала пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Следователи стали устанавливать обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что это далеко не несчастный случай. Сначала полагали, что 69-летняя женщина просто оступилась, выходя из маршрутного такси. Однако в ходе доследственной проверки стало известно, ее толкнули. Это видели пассажиры маршрутки. Женщина, злоумышленница, выходя, попросила нашу потерпевшую пропустить. Но поскольку потерпевшая была с двумя сумками и руки ее были заняты ими, она попросила ее обойти. Соответственно, злоумышленница стала выталкивать нашу потерпевшую, и в результате чего произошло ее опрокидывание, то есть и она выпала из маршрутки. Вслед за жертвой из маршрутки выскочила зачинщица конфликта. И даже не убедившись, все ли хорошо с бабушкой, отправилась по своим делам. Между тем, женщина сильно ударилась головой и скончалась до приезда медиков. По факту причинения смерти по неосторожности в тот же день было возбуждено уголовное дело. Был составлен фоторобот злоумышленницы. Известно, что она села в маршрутное такси на остановке улицы Зинаиды Коноплянниковой. Женщина на вид 60 лет, славянской внешности, рост приблизительно 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, как отметили очевидцы, была одета в этот день в зеленый плащ. Соответственно, остановилась и вышла на остановке Ленинградская застава. Следователи просят жителей Твери сообщить любую информацию о трагедии и личности подозреваемой в совершении преступления и обратиться в Заволжский межрайонный следственный отдел или органы полиции. В том числе рассказать и о том, сколько в момент происшествия находилось пассажиров в маршрутном такси. Не исключено, что транспортное средство было переполнено, что является административным правонарушением. Юлия Калинина, Виталий Осипов, ТВ Тверь.